У нас как раз прошло мероприятие в Красной Поляне. Представься, расскажи о себе в двух словах буквально. И почему ты решил приехать, да, на это мероприятие? Меня зовут Эдуард. Приехали мы сюда с супругой получить что-то большее, какое-то настроение получить. Ну и получили чувство любви какое-то, новых ощущений, новых знакомых. Приятных знакомых, хороших людей познакомились, с хорошими людьми. Вообще отлично провели время. Запомнится надолго и запомнилось уже. Откликается это во всем. А как ты решил присоединиться вообще? Или, может быть, ты часто бываешь на практиках, ретритах? Ну, я все время над собой как бы занимаюсь собой, сам с собой. А здесь еще вот мы с супругой вместе, это вообще вдвойне больше удовольствия получаешь. Эффект, двойной эффект. А какое основное впечатление у тебя от общения со Светланой? Ну вот хочется слушать, конечно, хочется слушать. А впечатление, не знаю, у меня лично... Какая-то вот просыпается во мне любовь к людям, когда я вот слышу таких людей. А был ли у тебя какой-то, может быть, вопрос, запрос, триггер такой, знаешь, в душе кошки скребут и какие-то, может быть, произошли трансформации, ответы, ну что-то? Ну, трансформацию у меня немножко всегда в личное происходит. Немножко хочется в твое заглянуть. Трансформация у меня происходит всегда. И вообще, как бы, в последнее время... Я то, что хочу, то получаю. И здесь, может быть, я еще приехал больше убедиться в этом, что так ли это на самом деле. И это на самом деле так. А кому бы ты рекомендовал вот такую поездку? Вот этот формат 3 дня уехать, прорабатывать запрос, ходить в горы. Вот для кого ты думаешь, это подходит? Это для всех подходит, абсолютно для всех. От ребенка до самого взрослого человека получат массу удовольствия, ощущений. И я вот говорю, получат просто от общения с людьми, почувствуют вот любовь в себе, вот эту вот. Ну, другую любовь. Ко всему. Это какая-то другая любовь, которую тебе удалось ощутить здесь, вот, да, во время, да, этой, да, поездки? Да, 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 я ее очень четко ощутил. И меняется вообще отношение к людям. Людей начинаешь понимать. Как бы от этого в тебе же становится легче жить. А как это произошло, что ты стал понимать лучше людей за вот эти маленьких 3 дня? Наблюдаешь за ними, как они общаются со Светой, как они вот раскрываются, вот со стороны это все наблюдаешь и понимаешь все, просто понимаешь. Мы будем ждать тебя на ретрит, который пройдет в Сочи. Что думаешь об этом? Я постараюсь, конечно. Мы еще вот встретимся раньше на Дольменах. Да, еще Дольмены, да, впереди. А там я уже, октября. У меня придет решение до ретрита. Я благодарю тебя за отзыв. Надеюсь, что будем Спасибо. Чаще встречаться. Будем теперь встречаться чаще. Да.